И это 90% проблем человечества на сегодняшний день. Я, когда начинаю людям объяснять норму, в каких-то ее частях маленьких, у людей такое в жизни происходит, что они начинают говорить: Викторович, это просто, блин, я не знаю, салют, фейерверк. Как мы раньше не догадались до таких простых вещей. Я говорю, все проблемы человека от неправильно принятых решений или неверно сделанного выбора в тот или иной момент времени. Вот как бы вопрос всегда, который стоит, я же всегда, вот как бы, когда ребята своих учу, я им всегда говорю, с чего надо в себя, вот помните, вот это мышление, как начинает это мышление, мы справляться начинаем с этим мышлением. Я всегда спрашиваю, а в какой роли вы думаете? Если вы затрудняетесь ответить, значит, нет. А принять решение вот в этом состоянии человека без роли, без переходника, невозможно. Сейчас объясню, почему. Вот почему. Потому что в одной и той же ситуации директор должен принять одно решение, мужчина, другое, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И правильным будет то решение, когда вы принимаете его в той роли, которая соответствует той системе координат, в которой вы что? И как только я начинаю вот эти вещи объяснять, я начинаю спрашивать, ты сейчас в какой роли думаешь, человек сразу же начинает что? Безошибочно принимать решение. И знать, что оно абсолютно что? Верно. Но когда человек пробует принимать решение в безролевом состоянии, не готовый к этому. Да, у нас начинаются шоки. Потому что в этой же норме существует такая процедура, рабочая процедура, которая называется КАГИ, которая говорит, что человек наделен обязанностью находиться в двух ролях. Сразу. Первая роль. Это роль принадлежности что? Пол. Мужчина или женщина. А вторая это роль что? Духовная. Все эти две роли поменять что? Никак невозможно, их нельзя, они постоянно учат. Все остальные на ваш что? Выбор. Какие-то.